Здравствуйте, на канале ФКТ «Время новостей», в студии Инга Габешия. И вначале коротко о некоторых темах выпуска. В общежитии на Чебриково восстановят не только сгоревшие квартиры, капитально отремонтируют все здание. Об этом стало известно на встрече главы Сочи с жителями. Сочинский участковый стал победителем краевого конкурса «Поступок». В профессиональный праздник ему вручили медаль. Теперь по Фундучной можно прокатиться с ветерком. В Сочи стартовал второй этап капремонта дорог. Сегодня Всемирный день недоношенных детей. В детской больнице к этой дате приурочили встречу со своими бывшими пациентами. Новый центр виноделия появится на Кубани. Под Анапой в поселке Виноградном в 2020 году запустят винзавод, который сможет выпускать до 20 миллионов бутылок с благородным напитком в год. В церемонии закладки первого камня участие сегодня принял губернатор Краснодарского края. Новый завод откроют на месте некогда крупнейшего в России винодельческого предприятия сельхозкооператива имени Ленина. Там же планируют создать центр энологии и туризма. Я уверен, что вино, которое будет сделано в Анапе, может конкурировать и с европейскими известными винами. Уникальная земля, великолепный климат, чтобы мы сегодня могли здесь собирать виноград высокого качества. И здесь я за это благодарен, за такие инвестиционные вложения в нашу отрасль виноделия и виноградарства. 2500 гектаров земли будет засажено, а общий портфель инвестиций 4 миллиарда рублей. Много людей из Италии, из Англии, из России трудились над этим проектом, и он сегодня сформирован проект. То есть понятны деньги, понятны инвестиции, понятна технология, и мы уверенно смотрим в будущее, и через, я думаю, что несколько лет мы с вами будем открывать фантастический завод, которым смело может будет гордиться край и гордиться Россия. Недалеко от будущего завода на площади 2000 гектаров уже разбили и новые виноградники. Сегодня там посадили первые саженцы. Вырастили их, кстати, в питомнике, который открыли в начале года в Темрюкском районе. Это по-настоящему исторический момент, подчеркнул Вениамин Кондратьев. Ведь теперь на Кубани начнут отказываться от зарубежного посадочного материала. Особая гордость, что в руках держу наши саженцы, кубанские саженцы. В этом году 3 миллиона 200 прививок сделали. Идем с перевыполнением плана. Ну и очень довольны качеством. То есть это действительно высокотехнологичный продукт, которым можно смело гордиться. Мы сегодня закладываем не только новые виноградники. Мы сегодня закладываем уверенность в завтрашнем дне и гарантированное условие, самое главное, независимость от импорта. Краснодарский край давно стал главным виноградником России. На Кубани находится треть всей земли в стране, на которой выращивают ягоду. В прошлом году в регионе собрали самый крупный за последние 23 года урожай винограда – 237 тысяч тонн. Это практически половина всего отечественного винограда. В России отмечают День участкового. С профессиональным праздником полицейских сегодня поздравили губернатор Вениамин Кондратьев и председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко. В Краснодаре прошел съезд участковых уполномоченных. Сейчас в регионе их работает около 2000. Само понимание у людей, что участковый, тот, который всегда должен прийти на помощь, должно всегда оставаться. Но здесь ни в коем случае не может быть равнодушие. Российская полиция должна быть частью народа. И народ, именно народ должен это понимать и в это искренне верить. Я могу с гордостью заявить, что сегодня, несмотря на все трудности, несмотря на эту нагрузку, вы с честью справляетесь со своими обязанностями. И это не моя оценка. Это оценка, если мы говорим про курортный сезон, тех отдыхающих, которые приезжают в наш край, они в отношении полиции, участковых в том числе, говорят только добрые слова. Поэтому, коллеги, сегодня отношение к краю такое. Всегда гордо заявить, что мы с Кубани, что мы из Краснодарского края. В этом году кубанские участковые предотвратили больше 70 тысяч правонарушений. Чтобы помочь полицейским в работе, Вениамин Кондратьев предложил развивать сотрудничество между правоохранителями и казаками. В Сочи сегодня тоже чествовали участковых. Один из них к профессиональному празднику получил медаль.
В профессиональный праздник сочинских участковых уполномоченных полиции поздравил временно исполняющий обязанности начальника УВД Сочи Сергей Огурцов. Полицейские получили награды и благодарности. Медалью «100 лет советской полиции» был награжден старший участковый уполномоченный полиции Владимир Новиков. В начале года он, находясь в свой выходной день в гостях у друзей, услышал доносившиеся с улицы крики о помощи. Полицейский выбежал на улицу и заметил дым, который валил со второго этажа соседского дома. Вместе с приятелями он бросился к горящему строению. За несколько минут мужчины вынесли из дома трех малолетних детей и вывели их мать. Узнав от женщины, что внутри остался ее супруг, отец семерых детей, Владимир Новиков вернулся в дом и на втором этаже обнаружил хозяина. Тот был без сознания. Участковый на себе вынес мужчину на улицу. В этом году Владимир Новиков стал победителем краевого проекта «Поступок». Пострадавшим от пожара общежитий на Чебрика восстановят не только сгоревшие квартиры. Капитально отремонтируют все здание, включая кровлю. Об этом стало известно сегодня на встрече главы Сочи с жителями дома. Внешний дом еще хранит следы пожара. Подпалины на фасаде, разбитые стекла. Но внутри уже кипит работа. Строители возвращают его к нормальной жизни. Глава Сочи вместе с жителями прошел по всем этажам и отметил, сбоев по графику нет. Сегодня на 4-м и 5-м этажах, где уже очищены от нагара коридоры, к работе приступили отделочники. Параллельно электрики тянут новую проводку. Ее подведут ко всем квартирам, даже к тем, что не пострадали от пожара. Анатолий Пахомов отметил, дом будет отремонтирован капитально. Надо сделать полностью проводку, раз уже так случилось, значит, полностью сделать инвентаризацию водопроводной сети и канализационной. И все это отремонтировать. Это первая задача. Вторая задача – полностью места общего пользования, коридоры ваши. Их тоже все по всему дому привести в порядок. Жители дома, которые решили остаться и не ехать в пункт временного размещения, постепенно приходят в себя. И помощь в ремонте для них – лучшая форма поддержки. Спасибо большое, конечно, вам за такую помощь, за то, что вы все организовали. Капитально будут отремонтированы 6 квартир, те, которые выгорели полностью. Еще 15 комнат пострадали от задымления. Там проведут косметический ремонт. В коридорах уложат линолеум, но только после того, как жители уберут из проходов свои шкафы. Кстати, именно такие импровизированные кладовки оказали хозяевам в день пожара медвежью услугу. Быстро загорелись и мешали эвакуироваться. Глава Сочи распорядился. Управляющая компания должна проконтролировать процесс и появление таких конструкций впредь не допускать. Организация, которая взялась за управление, не должна этого допускать. И не было у вас и пожарных здесь инструментов для тушения, многие другие вещи. Поэтому повторяю еще раз, чем быстрее вы сегодня решите все вопросы жителей, тем меньше у вас будет ответственности. Поработают строители над внешним обликом дома. Уже демонтирована надстройка, с которой, собственно, и начался пожар. Только в первые 2 дня строители вывезли отсюда 30 тонн мусора. Полностью обновлена кровля. После того, как здесь будет уложен асфальт, мы выставили им леса для того, чтобы торец здания привезли в порядок. И те места, которые у нас подгорели на фасаде, мы все это закрасим. И кроме того, фасад будет дополнительно утеплен. Глава Сочи еще раз подчеркнул, срок на выполнение всех работ 14 дней. А тем жителям, которым ремонт приносит неудобства, Анатолий Пахомов предложил все-таки воспользоваться предложением властей и переехать во временный пункт размещения. Он развернут в пансионате «Нева». Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. В Сочи в субботу ограничат движение транспорта на время шествия казачьего парада. 18 ноября по центральным улицам курорта пройдет торжественное шествие казачьих расчетов. В связи с этим с 9 до 11 часов будет введено временное ограничение движения транспорта. Движение будет ограничено по участку улицы Театральная от Зимнего театра до пересечения с курортным проспектом, на самом курортном проспекте, улицы Поярка и Несебрская, а также по прилегающим улицам. В Сочи стартовал второй этап капитального ремонта дорог. В рамках первого удалось полностью восстановить покрытие и благоустроить 79 объектов по муниципальной программе, еще 45 по краевой, на очереди еще 51. Сегодня работа кипит и на улице Виноградной. Здесь на спуске ко второй горбольнице уже делали ямочный ремонт. Но нагрузка на трассу большая. Едут и пациенты, и навещающие их родственники, да и жители окрестных домов. Поэтому было решено полностью поменять покрытие. Только в центральном районе ремонт начался на 6 улицах. Еще 17 объектов в Костинском районе, 8 в Адлерском и 20 в Лазаревском. Выполнен ямочный ремонт 72
объекта. Общей площадью порядка 34 тысяч квадратных метров. В рамках выполнения первого этапа краевой программы выполнен ремонт 45 объектов протяженностью 45 километров и общей площадью 244 тысячи квадратных метров. Это касается не только центральных улиц. По поручению главы города Анатолия Пахомова основное внимание как в этом, так и в следующем году необходимо уделить сельским территориям. Шумно сегодня и на улице Фундучная, это в селе Богушевка. Здесь не просто прикрыли асфальтом старую дорогу, полностью поменяли нижний технический слой и только потом стали накатывать новое покрытие. Несмотря на сегодняшние неудобства и шум, местные жители рады. Теперь можно будет без опаски проехать к дому. Тут по колено ямы-то были, вообще ужас какой-то. Проехать было невозможно, там и реверсы, и все такое, и аварии были. А сейчас мы просто... Я не знаю, как автобусы ездили, но еще если джипы там нормально, то такие машины... А тут сейчас народу много живет, стали очень много ездить, естественно, нагрузка на дорогу, все. Давно мечтала Богушевка, потому что перед этим просто собирались все жители, где у кого гравий, чего, латали ямки. Вот так мы и жили. Богушевка всеми забытая деревня. А сегодня она будет расцветать, всем нам здесь приятно. В целом, в рамках второго этапа программы до Нового года в Сочи будет отремонтирована еще 51 автодорога. Общая протяженность более 44 километров. Новая дорога – стимул к другим преобразованиям всего села. Чтобы сохранить покрытие, на Фундучной местные жители решили установить так называемого лежачего полицейского, чтобы гладкая трасса не привлекала любителей стритрейсинга. Сейчас всем селом собирают подписи. Этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. Виновниками дорожных заторов порой становятся сами автовладельцы. Например, те, кто паркуется в остановочных карманах. Особенно любят мешать проезду общественного транспорта водители такси. В погоне за прибылью забывают не только правила, но и элементарное уважение к другим участникам дорожного движения. Чтобы привлечь нарушителей к ответственности, в рейд выходят сотрудники ГИБДД. Ну вот сейчас мы будем проезжать, увидите, что... Нарушителей достаточно. Щелчок переключателя и тайфун запущен. Название под стать ракетной установке, но задачи у системы мирные. Она находится на страже дорожного порядка. Идет фиксация неправильного припаркованного авто за рулем. Степан, его работа ездить по городу и снимать нарушения. Надо один автомобиль проехать два раза в течение не раньше, не менее чем через 10 минут. Потом система сопоставляет координаты, считанный номерной знак. По времени отправляют все в центр автоматической фиксации в Краснодар. После отправки данных тайфуном сотрудник ГИБДД осматривает все материалы и составляет постановление. Далее нарушителю приходит письмо счастья. Припаркованные неправильно машины становятся причиной заторов на городских дорогах. Но главная проблема – забитые заездные карманы на автобусных остановках. И таксисты в основном, и в том числе обычные автолюбители, считают, что можно нарушить правила дорожного движения и просто постоять в удобном месте. Но из-за этого возникает целый ряд проблем. Основные проблемы заключаются в том, что те люди, которые едут на автобусе, как бы вынуждены просто тискаться между этими автомобилями, чтобы сесть в автобус или выйти там с него, соответственно, пройти на пешеходную зону. Автобусы, соответственно, у нас останавливаются на проезжей части, таким образом создают пробки. При этом высадка и посадка пассажиров таксистам разрешена правилами дорожного движения. Но этим условием многие злоупотребляют и просто стоят на остановке в ожидании очередного пассажира. Вот и приходится вести постоянный контроль на дорогах. Это задача сотрудников департамента дорожного транспорта и ГИБДД. В этот раз прямо в центре города всего за несколько минут работы составлено два протокола. В данный момент, двигаясь по маршруту следования, вот автомобиль такси был обнаружен у нас про нарушением правил дорожного движения. То есть нарушением правил остановки и стоянки. Значит, данный водитель, участник дорожного движения, нарушил пункт 12.4 и в данный момент привлекается к административной ответственности. По статье 12.19, часть 3. Сумма штрафа которого составляет 1000 рублей. Конечно, предупредить или зафиксировать все нарушения невозможно. Потому автоматизированный тайфун – незаменимый помощник стражам порядка. Только за октябрь этого года при помощи умной системы составлено почти 1300 постановлений. На стражу дорожного порядка автоматика заступает ежедневно. Елена Всецна, телекомпания ФКТ.
12 миллионов рублей выделили в этом году депутаты городского собрания Сочи по 8-му избирательному округу. Ольга Лиот, Ильгизар Мингалеев, Игорь Никитин и Борис Фармагин на выполнение наказов избирателей. На территории округа за этот год было проведено множество работ. Это и благоустройство дворов, детских и спортивных площадок, и кронирование деревьев, а также ремонт образовательных учреждений, объектов здравоохранения и культуры, а еще замена асфальтового полотна. О выполнении некоторых наказов в материале Татьяны Говорковой. 2 года назад клуб «Вдохновение» отметил свое десятилетие. Здесь ветераны отмечают все праздники, поют, танцуют, общаются. А для молодежи работают кружки по гитаре, йоге и фехтованию. Но по-настоящему вдохновиться творчеством у посетителей клуба не получалось. Основной зал был в непригодном состоянии, рассказывает руководитель Галина Татаринова. Помощь в обновлении помещения оказал депутат городского собрания Сочи Ильгизар Мингалеев. Игорь Мингалеевич не только помог выделить деньги, но и помог найти строительную бригаду, которая нам сделала такой красивый зал. Депутат у нас великолепный человек, добрый человек, внимательный и отзывчивый. 8-й избирательный округ входит в центральные улицы завокзального микрорайона. Ежегодно на рассмотрение депутатов городского собрания Сочи поступают многочисленные просьбы от жителей. Это и благоустройство придомовых территорий, ремонт социальных учреждений и дорог. На 17-й год было включено 36 предложений и поручений наших граждан. На этой цели было потрачено 12 миллионов рублей. Это средства 4 депутатов по нашему избирательному округу. В основном это текущий ремонт объектов здравоохранения, культуры, образования, благоустройства детских и спортивных площадок, обустройство пешеходных переходов и лестничных спусков, а также замена асфальтового покрытия. Депутатами выполнено более 90% всех наказов избирателей. До конца года отремонтируют дорогу на Альпийской 15-17, а также построят спортивную площадку на Пионерской 92. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В Сочи приехали представители финансово-экономических ведомств страны. Сотрудники федеральных министерств и ведомств России принимают участие в ежегодном форуме по обмену опытом сотрудников кадрового резерва финансово-экономических органов России. Данный форум по счету 3-й, посвящен он в этом году 25-летию федерального казначейства. Форум финансово-экономических органов собрал более 100 представителей Минфина, Минэкономразвития, федеральных налоговой, таможенной служб, казначейства России. Организатором форума «Бессмена» является Центральный спортивный клуб финансово-экономических органов России и организация «Динамо-33». Основная часть программы предусматривает семинары. Руководство ведомств, работая над формированием кадрового резерва, отвечают на вопросы молодых специалистов, делятся своим опытом и знаниями. 3-й ежегодный форум входит в социальные и образовательные программы министерств и ведомств финансового блока. Во время профессиональных площадок предусмотрена и спортивная часть. По мнению ведомств, именно разносторонне развитые и здоровые люди способны качественно управлять страной. Социальные программы ведомств, они подразумевают обязательно политику культурно-оздоровительные, спортивно-массовые мероприятия, как дополнительное стимулирование их профессиональной деятельности, как создание корпоративных взаимоотношений, что, безусловно, важно для каждого из ведомств. Организаторы подчеркивают, что подготовка кадрового резерва на спортивном фоне проходит с победным результатом. Сегодня интересно будет поднят вопрос по интересующей теме, особенно молодежи, блокчейном, электронной валюте. И мы сегодня представляем наш спортивный клуб Южного федерального округа, который зарегистрирован 7 ноября этого года. И мы совместно с Центральным спортивным клубом и федеральными структурами финансово-экономическими проводим первое мероприятие в городе Сочи. Форум «Финансово-экономический блок России» проводит в честь 25-летия федерального казначейства, важнейшего звена в системе управления государственными финансами. Мы пытаемся продвигать и направление образования сотрудников наших ведомств и испытываем формы социализации наших сотрудников. Это в том числе команда образования. Мы прекрасно с вами понимаем, что вообще команда важна не только в спорте, она важна во всех сферах нашей жизни. Безусловно, от слаженности действий каждого члена этой команды зависит успех нашего общего дела. За несколько дней специалисты финансово-экономической сферы страны не просто обсудят актуальные вопросы формирования кадрового резерва и работы с ним, но и разовьют профессиональные навыки нового поколения финансистов. Сочинских волонтеров ждут в Москве. 1 декабря в столице состоится жеребьевка команд предстоящего чемпионата мира по футболу. Для участия в этом мероприятии были отобраны 11 лучших добровольцев волонтерского центра Сочинского госуниверситета.
Каждый из этих ребят прошел боевое крещение в период подготовки и проведения Кубка Конфедерации. Трое из них в добровольческом движении со времен Олимпиады. Будучи десятиклассницей, Анна Поршнева была в наградной команде. После решила не бросать волонтерство. Участвовала во многих мероприятиях. Теперь собирается в Москву. 1 декабря в Кремлевском дворце состоится жеребьевка команд участниц предстоящего мундиаля. Я буду работать в аккредитационном центре в Москве. Буду помогать при выдаче аккредитации участникам и гостям мероприятия жеребьевки, финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу. Надеюсь, что это будет отличный опыт, потому что я еще ни разу не работала в качестве волонтера на такой позиции. Первые 7 волонтеров отправятся в Москву уже в это воскресенье. Оставшиеся 4 поедут через неделю. Принять участие в таком мероприятии студентам опорного вуза Краснодарского края удалось благодаря программе развития деятельности студенческих объединений. Кстати, впереди сочинских волонтеров ждут еще несколько важных этапов подготовки. 25-26 ноября в город Сочи приедет Кубок чемпионата мира по футболу. Волонтеры, наши 30 человек, будут обслуживать это мероприятие. В феврале месяце в городе Сочи пройдет такое мероприятие, как Team Workshop. 32 отобранные команды футбольные. Руководство этих команд приедет в город Сочи. Для них будет проведен мастер-класс, где они будут базироваться, им будут рассказывать, как все будет происходить, логистика. Около 200 волонтеров из города Сочи будут обслуживать это мероприятие. Сейчас в центре подготовки волонтеров полным ходом идет работа по отбору добровольцев на чемпионат мира. Из 9400 поступивших заявок отборочные тестирования и интервью прошли около 3500 кандидатов. Всего же на главном футбольном турнире будут работать более 2000 волонтеров. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Сегодня во всем мире отмечается День недоношенных детей. Он был учрежден в 2009 году для того, чтобы повысить осведомленность о преждевременных родах и привлечь внимание к проблеме. В Сочи в этот день в детской городской больнице проводится праздник, организованный общественной организацией «Лига женщин. Мост добра». В этом зале детской больницы родители, которые столкнулись с проблемой малого веса ребенка и преждевременными родами. Приходят они в этот день, чтобы в первую очередь поблагодарить врачей. Наталья Погарская и Галина Карпова уже ждут выписки. Девочка по имени Дэя родилась 22 сентября с весом всего 680 граммов. Сейчас уже больше 2 килограммов. Мне 41 год, и я очень дорожила этой беременностью. Там шансов не было вообще, мне врачи говорили 1%. И вот. Вот 1%. Вот таких мамочек и врачей перинатального центра и детской больницы пришли поздравить представители общественной организации «Лига женщин. Мост добра» и ее руководитель Елена Пахомова. Всегда с подарками. На этот раз для медучреждения необходимо медицинское оборудование, 5 весов для младенцев и 2 небулайзера. Мы добились таких результатов, что вынашивают сейчас спокойно такое оборудование, такие профессиональные доктора, что вынашивают детей, вот вы видите, 690, 680. 80 грамм. И они все вполне нормальные, без всяких каких-то отклонений в здоровье. И все у них благополучно. В Лиге женщин «Мост добра» с первого дня существования организации состоит заслуженный тренер России Елена Чайковская. Сегодня она сказала много добрых слов в адрес сочинских медиков, которые и в этом году выходили и подарили жизнь 500 новорожденным с очень маленьким весом. Это герои, что можно сказать. Низкий поклон. Огромная признательность за профессионализм, за любовь к детям, потому что я понимаю, что это очень ответственно и очень тяжело вырастить такого маленького человека вот в то, что сейчас вокруг нас бегает. Двухлетний Алексей Ле, конечно же, пока еще ничего не знает, с какими трудностями пришлось столкнуться ему и его маме. Но сегодня радует ее своей любознательностью и хорошим настроением. Врачи делали все возможное, чтобы спасти жизнь, чтобы... Кроха эта жила. Чувствовали мы, ну, разные чувства были. И переживали, и делали операцию нам. Ну, ничего, все, справились. Все хорошо. Сегодня в сочинском перинатальном центре выхаживают деток, родившихся весом даже до 1 килограмма. Только в этом году таких новорожденных было более 20. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.
В Сочи появилось новое место для фотосессии. В парке «Ривьера» готовится к открытию очередная скульптурная композиция «Дельфины и мяч», которая стала подарком городу ко дню рождения. Делать городу подарки, которые впоследствии становятся знаковыми, в «Ривьере» стало доброй традицией. В 2014-м это был якорь с чайками, затем композиция «Я люблю Сочи». И вот на этот раз ко дню курорта в парке создали композицию, отображающую и морскую тематику, и то, чем Сочи будет жить в ближайшее время. Мяч, который держат дельфины, практически над ветвями пальмы – символ предстоящего Мундиаля 2018. Мы решили объединить морскую тематику с футболом, который в следующем году, безусловно, это будет самое главное событие года. Все же должно быть в ногу со временем. Вот у нас масса есть композиций, которые здесь были. Парк богат историей. Это еще в 30-е, 40-е, в 50-е годы все здесь фотографировались, с 30-х годов. А это уже современные, модные композиции. И здесь на этом панорамном, красивом месте будет открытие. Мы всех приглашаем, гостей и жителей города-курорта, в эти выходные к нам в парк. Подобные композиции становятся излюбленными местами для фотосессий туристов и памятью о Сочи. Чтобы она была яркой, художник-скульптор воплощал задумку в жизнь своими руками. Скульптура сделана из стекловолокна. То есть это материал особый, с него делают яхты. То есть он крепкий, очень надежный. Внутри делается металлический каркас, арматура приваривается. Там делается площадка, арматура в землю и заливается бетоном. То есть он будет рассчитан на то, что на нем можно и покататься, на дельфине. Да, это специфика парка. Фото на фоне уже давно известных композиций, таких как «Дюймовочка», «Бобры» или «Лань с детенышем», кстати, это работа 30-х годов, уже давно разлетелись по разным городам страны. Сегодня, создавая новые памятные места, здесь заботятся и об истории. Полюбившиеся посетителям парка скульптурные композиции в очередной раз реставрируют. Я живу в Сочи уже 3 года, и Сочи мне все дает, и вот такой город. И люблю фотографироваться, и каждый раз выхожу, и новые снимки. Как прохожу, так и фотографируюсь. Обязательно. Композиция очень оригинальная, интересная, тем более в парке «Ривьера» все сюда ездят. Тем более люди с Урала, Сибири, все сюда едут отдохнуть. Люди тут замечательные, веселые и общительные. И, в принципе, очень хорошо здесь. По традиции, новую скульптурную композицию, подаренную Сочи, в день города откроет глава курорта Анатолий Пахомов. Галина Моисеева, Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. В Сочи пройдут соревнования по фигурному катанию. Вход на них объявлен свободным. Спортсмены будут состязаться в синхронном катании на коньках, танцах на льду и одиночном катании. Турнир пройдет с 17 по 20 ноября на тренировочной арене по фигурному катанию рядом с ледовым дворцом «Айсберг». В соревнованиях принимают участие спортсмены Краснодарского края, Московской области, Москвы, Твери, Новоуральска, Ростова-на-Дону, Волгограда, Воронежа. Выступления лучших фигуристов России можно посетить совершенно бесплатно. В субботу с 10 до 15 часов, в воскресенье с 10 до половины 8 вечера, в понедельник с 9 до половины 4. Подробная программа есть на нашем сайте fkt.com. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Напомню, в эти выходные в Сочи отмечают День города. Присоединяйтесь к веселью в любой точке курорта. А мы встретимся в понедельник. В студии была Инга Габеша. Всего вам доброго и до встречи в эфире.